Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Рубрика «Кубковый поход» в NHL 15 Ultimate Team наконец-то продолжается на канале. Соскучился я по NHL, соскучился я по Ultimate Team, по своей команде здесь. Надеюсь, как и вы. Ставьте лайки, если так. Ну и мы продолжаем. Пока ни одного кубка не взяли. Все попытки пока неудачны. Попробуем еще раз. Что у меня там вообще с командой? Я, если честно, уже подзабыл. Ну, поехали. Будем смотреть. Надеюсь, кубок открыт, вроде как должен быть. Ну да, скоро, кстати, закроется. Смотрите, у меня осталось на эту неделю всего лишь полтора часа, чтобы записать три или две серии, сколько будет. Надо успевать. Погнали. Продлил необходимые контракты, поменял вратаря, никаких травмированных, никаких уставших на льду не будет. Ищем соперника, надеюсь, что это не займет очень уж много времени, потому что, напомню, у нас всего полтора часа осталось до закрытия кубка. Надеюсь, успею сыграть 2 или 3 матча. Не прошло и 10 минут, как нашелся соперник. Надеюсь, просто сыграем уже. Я вообще уже ни на что, если честно, не рассчитываю. О, моя форма предыдущая, помните? Была именно такой. Ну ладно. Мы пока в российской форме, я так и не поменял. Будем смотреть, будем думать, что парень нормальный, парень с нами сыграет. Я ждал тебя, соперник, очень долго и на тебя надеюсь, что все у нас получится. Даже я проиграю, мне не важно, но матч удастся. На славу. Ну что ж, дорогие друзья, я признаюсь, играл тут в бету NHL 16, а про NHL 15 вообще, то есть, забыл, потому что не играл в нее около 2 недель, получается. Очень будет мне тяжело сейчас опять, но я попробую. Соперник уверен, что не из простых. Хотя сейчас посмотрим. Паскаль Дюпюи. Первая наша атака. И сразу мы, казалось бы, теряем шайбу, но нет. Шайба у нас. Дюпюи. Неплохо. Сигин. Можно бросать. И вратарь на месте. Ну что, первая атака неплохая. Довольно-таки 1-0. Могу взять свои слова назад. Только что сказал, что будет сложно. И забрасываю шайбу в первой же атаке. Великолепно. Паскаль Дюпюи 1-0. Но соперник пока даже шайбой не владел. Посмотрим, как он вообще себя покажет в атаке. Но опять потеря. Литл. Потеря шайбы. Почему-то выбрался не тот хоккеист у меня. Это момент. И Бобровский складывается. Забирает шайбу. Нормально. Пас вперед, это потеря, вот выход из зоны. Самое сложное, когда тебя прессингуют в NHL Ultimate Team, это выйти из зоны безошибочно и не привести себе шайбу в ворота. Бобровский, браво. Надеюсь, будет тащить сегодня, будет мне тогда полегче. Нюквист на скорости, Нюквист. Ушел к борту, неплохо. Передача, бросок. Ух, вратарь на месте. Нюквист, ну куда, почему защитнику-то? Я отдавал рядом шайбу нападающему, который был. Но Нюквист решил по-своему. И потеря. Но с другой стороны проброс фиксирует арбитр. Видимо, все-таки от соперника шайба пошла к нашему борту. Щелчок и добить. Нет, не получается. Анисимов. Наше первое звено российского состава. На льду и потеря. Ой, великолепный отбор у борта. Как бы почаще. Чистенько, очень красиво. Анисимов. Ушел от одного. Анисимов развернулся. Ищет партнеров. Кронваль. Кронваль! Вот это щелчок шведа! Вот это пушка просто. 2-0, друзья. 2-0. За 8 минут первого периода такой счет. Вот это я понимаю. Вот это мне уже нравится. Может быть, стоило реально отдохнуть от НХЛ, чтобы что-то начало получаться у меня в кубковом походе. А то как-то совсем было все плохо. Дальше четвертьфинала не проходили, но я не знаю, как мы здесь, как у нас будет здесь, потому что чувствую я, что в следующей уже стадии будет соперник куда как посерьезнее. Так, подобрать, шайба не вышла, шайба, еще один щелчок и, по-моему, штанга. Не могу я посмотреть повтор, к сожалению. Сигин, если была игра не онлайн, конечно, бы выглянул сейчас, но играем мы не с компьютером. Еще один силовой. Знаете, мне нравится, как мы обороняемся. Паскаль Дюпюи на скорости. Дюпюи. Уходит за ворота. Передача. Отлично! Так, что-то у меня не то. Подождите. Моргнул экран. Это мне не нравится. Надеюсь, с записью все окей будет, потому что... Ну, потому что это не дело сейчас было.
Ну да, вроде запись идет. У меня, видимо, что-то с HDMI проводом и от плойки. Бывает такое, что пропадает картинка в последние дни. Я тем временем что, забросил шайбу? Я забросил шайбу вслепую? Серьезно? Ребят, я не видел, что происходит на экране. И забросил шайбу. Он, похоже, выходит, да? Вот это прикол. Вот это прикол, ребята. Ну ты выходишь, да, дружище? Давай тогда быстрее выходи уже. Пускай меня в четвертьфинал. О, что-то с чем-то было сейчас. Я не знаю, видимо, придется мне скоро покупать новый HDMI, потому что не делай это. Особенно при записи, когда пропадает картинка. Самый нужный момент. Я даже немножко испугался. Ну, доколе мы будем ждать игрока? Я не знаю. Ну, надеюсь, он вышел уже, или что? Надеюсь, игра не зависла. Будет обидно. Будет очень обидно. Не, играем, да, я так понимаю? Ну да, счет 3-0, но мы играем. Ой, ну, да. Как я забросил? Как я забросил? Я не понимаю. Вслепую, ребят. Реально, вслепую уже. То есть, я не видел, что происходит на экране. Я не знаю, как на записи это скажется. Моргнул ли там экран, но у меня моргнул. Это было очень забавно. Это было действительно забавно. Так, продолжаем свою атаку. Это уже 3-0, ребята. Это уже можно 4 делать, да. 4-0. Ну все, выходит, да, парень? Не, он повтор пропускает. Да, он вышел. Он вышел. Или что? Опять черный экран был? Твою мать, что за бред? Может быть, кстати, это не HDMI. Может быть, это просто что-то с НХЛ? Я не знаю. И опять смотри. Ну чего ты ждешь, дружище? У тебя там две паузы осталось, по-моему. Ой. Так, ну окей. Александр Семин, четвертая шайба. Продолжаем играть, ты посмотри. А что ж он ждет -то тогда? Чего он тянет? О, выиграл вбрасывание. Может быть, кстати, за него кто-нибудь сел другой играть сейчас? Сейчас посмотрим. Ух, момент. Тарасенко на месте. На месте защитника сыграл. Нечушкин. От одного ушел. От второго уходит. Нечушкин. Передача назад. Ох, еще могла быть шайба сейчас в воротах. Сегодня просто все летит у нас. Даже удивляюсь. Даже удивляюсь. Нечушкин на подборе. Наша шайба. Передача в конек Анисимову. Нормально. Тарасенко. Анисимов. Но тут без скорости было трудно. Без скорости было трудно. Может быть, он тактику поменял, конечно. Но поможет ли это сопернику? Все-таки счет у нас 4-0, между прочим. 4-0. Так, выиграли вбрасывание, но как-то странно. Неточная передача. Вы знаете, он еще больше в прессинг пошел. Еще больше рискует, открывается. Но я-то только рад буду еще забрасывать. Вот, смотрите, Литл. Один на один. Передача. И... Не залетает шайба. Не залетает. Хотя могла. Ну вы знаете, ребят. Ну вы знаете. 4-0 после первого периода. Кто бы мог ожидать? Кто бы мог подумать? Не зря ждал этого соперника, прямо скажем. 9-3 по броскам и 4 шайбы. Вот этого давно у нас не было. Хорошо, продолжаем. Сегин, давай. Нет, что-то как-то вбрасывание, со вбрасываниями стало плохо. Стали проигрывать. Так, спокойно, Сегин. Есть контакт, Кронваль. И Стин против двоих. Не получилось пройти. Теперь уже мы в прессинге, Воинов. Первый должен быть на шайбе, но тут проброс. И будет вбрасывание опять. Литл, отлично, можно щелкнуть. Но не так же, по шайбе надо попадать. Габорик. Так, спокойно. Бобровский вообще здесь великолепен. Литл на скорости уже. Уже пытался убегать, но его остановили. Не тут-то было, как говорится. Литл, ну и почему ты шайбу не берешь, дружище?
Не пойму, что ж ты шайбу не возьмешь? Такая перспективная атака была у нас. Входили в чужую зону уже. Вишневский, ух. Но Бобровский как-то легко все парирует сегодня. Тьфу-тьфу-тьфу. И даже постучу. Но Бобровский пока великолепен. Вот смотрите, что творит. Не успеваю я накрывать эти щелчки. Вишневского. Обратная передача Тарасенко. Свободная зона. Передача назад. Нет. Приняли там. Анисимов. Анисимов дважды развернулся. Тарасенко. Сбили, к сожалению. Еще передача. И снова не проходит на пятак. Ух ты, Ворочек. И снова Бобровский. Великолепен просто. Один на один был выход. Если кто не заметил. Это, к сожалению, проброс. Да. Так, ну совершенно другая игра во втором периоде. Мне кажется, все-таки кто-то сел играть другой там. Кто-то сел за консоль. Может, Папаня сел играть. Потому что, ну реально, уровень игры совершенно поменялся у соперника. Особенно в обороне. Но я бы хотел забросить и во втором периоде. Давайте попробуем. Тарасенко, Нечушкин. Вот она передача на Тарасенко. Нет офсайда, Тарасенко уходит. Но долго все это дело. Все это очень долго делал Тарасенко. В итоге потеря шайбы. Нечушкин. Ага. Потерял тоже шайбу. Можно щелкнуть здесь. А можно... Ха! Можно кистевым. Ну, вратарь какой-то дырявый, откровенно говоря. Даже здесь он пропустил. И я реализовал свое желание. Забросил и во втором периоде. Это уже 5-0, друзья. 5-0. Карлсон. Еще райти. Удивлен я, что соперник еще и не вышел до сих пор. Паскаль Дюпюи. Опа. Красивый финт. Еще один. Бросок. Но это уже там все перекрыли. Можно было и пас отдать после таких изяществ. Индивидуальных действий. Красивых. Обыгрышей. Бобровский. Давайте попробуем сухой матч, что ли. Бобровский явно этого заслуживает сегодня. Все, что было опасного, он устранил. Нисконен. Неточная передача. И шайба не вышла из зоны. Ну вот. Только я заикнулся о чистом, о сухом матче. И пожалуйста. Да, наброс на ворота. Щитков Бобровского. Добивание в пустой угол. И это 5-1. Ошибка была моя. Защитником я неточный пас сделал. И пожалуйста. Сразу воспользовался. Соперник 5-1. Да будет так. Ах ты, не получилось отобрать шайбу. Но надо быть аккуратным. Он что-то как-то нацелен прямо на ворота. Ах, ну и пас вперед. Да что ты не проходит-то. Бобровский. Какой прессинг, какой прессинг. Литл. Передача неточная. Ну как так-то? Назад. Еще пас. И Литл. Марк-Андре Флюри на воротах. Вот оно что. Он может бабочки пускать. Мы знаем. Но так-то хороший, конечно, вратарь. Не знаю, что уж он у него так плохо играет. 5 шайб. Все-таки это многовато. Для, даже для Флюри, который косячит иногда. Григоренко. Отлично, нет офсайда. Григоренко. Передача. И Флюри. Тут первый на шайбе. Все, мин, не успел. Смит. Так, бросок. Отлично, Григоренко. Великолепно, Григоренко. Ну-ка. Кронваль. Взять шайбу. Отлично, Воинов. Все, мин. Передача великолепная. Григоренко уходит. Ну где же финт? Где же финт, дружище? Почему ты его не сделал? Тогда я нажимал вроде как. Ну, это бросок в никуда, просто после свистка. Драку хочет соперник, я не хочу. У нас удаление обоюдное. 4 на 4 поиграем, хорошо. По-моему, первое удаление в сегодняшнем матче. Бобровский браво, Бобровский браво. Я просто стоял и смотрел, что он творит. Ну, второй период, конечно, уже в равной борьбе.
Это вам не первый 4-0. И смотрите, нас перебросали уже. Так, надо собраться. Что-то второй период совсем не удался, если честно. Видели по броскам? Было 9-3, стало 11-15. То есть два броска всего лишь в этом периоде мы нанесли. По воротам соперника, а он по нашим 12. Удаление. Первая игра в неравных составах. 4 на 3, причем 45 секунд, потом 5 на 4, минуту 15. Можно щелкнуть. Нет, накрыли. Отлично. Передача опять странная. Иногда все-таки из зоны выходим совершенно неправильно. С ошибками. Ох ты, вот это бросок. И Бобровский уже не тащил. Литл. Литл, ну на скорости. Литл, 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 литл. Как? Ну вот Флюри. Вот Флюри, наконец-то сработал. Хоть что-то затащил у соперника. Кучеров. Ну что это? Дружище, мы играем в большинстве, а ты так шайбу даришь сопернику. Отлично. Ну, подобрать, подобрать. Эх. Кучеров. Опа, прошел защитника. Идет дальше. Кучеров останавливается. Кто поможет-то? Кронваль. Дальше Семин. Семин, еще Григоренко, передача. Нет, Кучеров, Кучерову не дали бросить. За ворота Семину. Еще пас. Ох ты, Флюри. Хорошо. Это было неплохо. Еще щелчок. И Флюри там закрывали обзор. Но он справился. Это было круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, Воинов. Еще бросок. Ну, Бобровский, давай не косячь. Я понимаю, ты расстроен, что шайбу пропустил, но все же. Дюпюи! Один на один! Да что за бред я творю? Я не понимаю. Разучился реализовывать выходы один на один, ребят. Вот что я понял за это время игры. Бобровский хорош. Бобровский плох. Сам же исправился, правда, Дюпюи. Паскаль Дюпюи рвется к воротам. И удерживает таки шайбу. Дюпюи. Ну, пасуй уже. Вот пас. Дюпюи, Дюпюи. И еще бросить. Ну, бросить же. Не получается. Бобровский, спокойно. Марков. Хорошо, Мичушкин. Ну, куда опять пас? Ай, в средней зоне столько ошибок, столько помарок у нас. Причем непонятно, из-за чего они происходят. Вот сейчас... Ах ты, Нечушкин вырывался один на один. При должном везении. Литл. Раз, одного ушел, от второго ушел. Еще. Нет, ничего не получается. Нечушкин. Кулемин, ну, Кулемин в другой стороне. Николай Кулемин борется за шайбу, выигрывает ее. Передача Литл, Литл, еще пас. И не заносит ворота шайбу Нечушкин. Хотя была такая возможность. Литл. Нечушкин. Снова мы в чужой зоне. Нечушкин останавливается. Обошел защитников. Можно бросить. И добить. Не получается. Марк-Андре. Все лучше и лучше действует. Хорошо, что провалил он первый период. Благодаря этому мы, наверное, и выигрываем. Бобровский. Хорош. Анисимов. Удаление. Последние две минуты, ну практически, матча будем играть в большинстве. И это меня, несомненно, радует. Выиграли, выиграли вбрасывание, но правда такой прессинг сразу. Почерти. Бросать будет, конечно. Накрыли. Тютин. Что делать здесь защитник, я не знаю. Григоренко. Как у него легко шайбу забрали, а? Даже как-то, блин, обидно. Раскатываемся потихонечку. Кучеров. Можно повладеть шайбой здесь. Никуда не торопиться уже. Нас больше.
Мы ведем в счете, причем так солидно. Это шанс. Но Семина обесшайбили у самых ворот. А это офсайд. Тридцать девять секунд большинства, ну и потом оставшиеся полминуты в равных составах. Удивляет меня соперник, положительно удивляет, что не выходит, доигрывает до конца матч, борется, и вполне мог он еще парочку-то точно нам забросить. Не так позорно проиграть, но напропускал, конечно, очень много в первом периоде. У нас все летело просто в ворота, все, просто все. Кронвальд, куда все уехали назад, я не понимаю. Очень странно поступила наша команда сейчас, это мы так раскатываемся. А не удаление ли это? Еще одно. Видимо, нет, но шайбу нам отдали. Ну, а это? Да, это удаление. 5 на 3. 14 секунд, но потом 5 на 4. Щелчок. Флюри тащит. Ученюк. Великолепно. Приняли его на бедро Тарасенко. Ах, не зацепился за шайбу. Хорошо. Бобровский вестов набрал, конечно. Но вот дурацкая шайба одна, конечно. Вообще, ненужная в этом матче. Я про пропущенную шайбу нашу. Давай уже доигрываем, 16 секунд осталось. Выходим в четвертьфинал, ищем там соперника. У нас, напомню, мало времени осталось на кубок. Будем надеяться, что это не последняя серия на этой неделе. Щелчок, подбор. Ну, пас-то где? Еще одно удаление. Да ты что творишь вообще в конце матча? 5 на 3 опять сыграем. Последние секунды. Проиграли вбрасывание, к сожалению. Офсайд. Лежал наш игрок из-за этого. 3-5 до конца. Ну что, наконец-то победа. Я не знаю, как-то легко забрасывали шайбу. Даже не, как-то непривычно, что ли. Но в любом случае, поздравляю вас, ребят, с успехом. Мы прошли в следующий раунд. Давайте посмотрим. 1124 монеты нам дали. Это неплохо. Очень даже неплохо. Ну что ж, я очень надеюсь, что уже в следующей серии... Ага. Ага. Окей, а нам засчитали выход дальше, интересно. Ну, слава богу, нам хоть засчитали, что мы прошли во второй раунд, в четвертьфинал. Будем играть там, у нас остался 1 час, надо успевать. Спасибо всем за просмотр, увидимся в следующем выпуске. Не забывайте про лайки и комментарии, обязательно тоже оставляйте. Подписывайтесь, собственно, на группу ВКонтакте на новости. Ну, вообще, вступайте туда. Я имел в виду это на лайв-канал также. Ну и вообще, много интересной информации в описании. Обязательно смотрите описание под видео. Много чего для себя интересного найдете. Всем пока.